Спонсор прогноза погоды – цирк Шапито «Грант». Внимание! Котлас в городском парке с 16 по 24 сентября. Яркое цирковое шоу с каскадерами из Бразилии. Мы будем там, когда откроется занавес. В среду 13 сентября в Котласе будет малооблачно, предположительно без осадков. Температура воздуха в дневные часы плюс 17 градусов, а ночью до плюс 11. Ветер южный, юго-западный 3-4 метра в секунду. Атмосферное давление выше нормы.